Всем привет! Сегодня попробуем поиграть в игру Ghost Exile. Со мной играет Мари. Мари, привет! Привет. Надеюсь, всем ее хорошо тоже слышно, потому что мы вроде как разобрались со звуком. Выбрали мы вот этот домик, начинающий пока, потому что мы в игре разбираемся. Это все, что у нас есть. Контент остался у нас вот такой, потому что мы опять же разбираемся. Ну, мы готовы. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, нас не съедят. Это точно. Игра реально криповая. Мы пару раз поиграли, посмотрели, как бы все равно. Не обещаем, что пугаться не будем. Не, реально криповая игра. Помнишь, тогда я пыталась сфоткать этого? Ой, ты тоже это с хвостиками. Ура! Милота. Так. Вот, у нас свет уже сразу по умолчанию. Так. Вот, защитная печать. Давай я возьму камеру. Где МПшка? Вот я МПшку возьму. Так, и... Я предпочитаю ходить с крестиком, ребят, потому что он очень часто спасает здесь. А, да, но только крестик одноразовый. Да. Ой. Сейчас. Увидеть следы на куче соли, нарисуйте защитную печать в любой комнате призрака, нарисуйте печать активности в любой комнате призрака, сохраните спокойствие в шкафу. Ого. Я бегу. А, кстати, есть очень клевое изменение. Шкаф теперь двойным кликом можно открывать и закрывать, в котором прятаться. Ага, это прикольно. В гараже сигналку надо выключить, а то сейчас она мозг съест. Свет я включила. Свету. Сейчас попробуем сигналку вырубить. Там надо к машине вплотную прям подойти. Фу. Да, нам нужно как можно побыстрее найти доску. Ты ее видишь? Доску. Да, в гараже. А, можно спросить уже сразу, где у него? Комната любимая. Какой... Подожди, это что за звук сейчас был? Не знаю. Твоя любимая комната. Где ты? Всякий случай. Китчен. Китчен. А, ну он даже свет нам тут включил. Посмотри, какой. А, так, это что это? Выключи свет, потому что я не понимаю этот... А, тут видно. Ой. Это от фонарика. Нет, сверху это... Свет или... Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где он? А все, уже ушел. Твоя любимая комната. Так, надо найти эти зажигалки. Твоя комната. Ну, уйди. Гараж. Уже в гараже? Ага. Нет, он, это он до этого нам сказал, где он. Ага. А, то есть гараж — это любимая комната. Держи. Да открывайся ты. Держи. Кстати, температурный датчик видела сейчас новый, какой есть? Нет. Я пока зажигалку ищу и этот. Можешь посмотреть, он на стене прямо около входа. Сейчас. Короче, когда он... температура снижается, там такой звук сирены. Да? Да. Так. Прикольно. Вот он, там уже понижается температура, либо повышается. Я возьму... Так, вот так, это. Что там? Лазерка. Ну, закройся. Он там ходит, зараза. Ну, да. Да где его... Документы, блин. Ой, он там свет включает. Где его грёбаные документы? Ты молодой. Ты старый.
Где свет вырубил? Нет, он у меня включил. Ты молодой. МП3. Ты старый. Покажи себя. Ну, дай нам знак. На этот ничего нету. На... Ты здесь. Страхово, блин, какие-то звуки непонятные. No answer. Он не хочет отвечать. Так, окей. Так, я забыла, как ставить эту. Кого? Камеру? Камеру. А через F там ставится? Да, но что-то она... И левой кнопкой ты крутишь так же, как... А, левой, все. И потом второй раз на F нажимаешь. А он где-то двери лапает. Не пойму. Сука. Иди нахрен. Гост. Так, надо, наверное, закрыть все двери. Я, кстати, так и не нашла его документы. Точно все исследовала. Ай, блин, свет минусом. Твою налево. Да ну что ты? Сейчас свет попробую включить. Сейчас я на секунду выйду, а то кто-то мышу решил убавить немножко. И... Этого теперь... Ай-яй-яй, как резко стало. Ну, а эти закрыты, да? Так, откроем на всякий случай этот. Где? Где ты, скотина? Слушай, ну он прям жестко нас пугает. Он возле меня где-то был, у меня этот... Проблемы были с сердцем. Я их тоже слышу. Тут звуки криповые. А у нас есть ритуал изгнания? Зажигалка одна. Я не знаю. Я не нашла ни зажигалки, ничего. Опять свет вырубил. Да. Скотина, бесишь. Я реально не нашла этот... Кухню я проверила. Детскую. Я еще там родительскую комнату не проверила. Ну, зажигалки, допустим, я нашла. А, ну все отлично. Если есть ритуал изгнания, то есть и зажигалка там. Ну, а мы даже не знаем, кто это. Нет, я просто говорю, что сейчас ритуал изгнания. Опа. Я нашла какую-то рыбку. Пойду-ка я ее вытащу из дома. Ищем документы еще. А, ну вот я свистнула рыбку, пошла активно сильно. Ой, а у меня рассудок почему-то 30. Я, наверное, а у меня? Таблеточку. А у тебя все нормально. Странно. Да, ну я с доской просто, он, наверное, это... А, ну да. Психовал. Слушай, я реально не могу найти... Помидор здесь лежит. Документы. Помидоры не можешь найти. Ой, а я какую-то хрень нашла. Интересно. Пистолет. Надо будет здесь запомнить, что он здесь лежит. Слушай, я реально не могу найти его документы. Как зовут? Не, ну можем спросить, конечно, его документы, но он тебя будет отправлять далеко по всем инстанциям, которые я уже нашла, кстати, между прочим. Иди ко мне, я тебе дам документ. Сейчас, подожди, я пистолет тоже вытащу. По-моему, это рыбка была. Боже мой! Жесть! Достала.
Я пистолет тоже вытащила, на всякий случай. А рыбка Так, где? Или ты ее в фургоне кинула? а там. Вот, держи паспорт. Так, я забываю все время. Во. Патчпорт. Патчпорт. Так, информация. Грейс Джонсон, 15 лет. Если это Грейс Джонсон, почему у нас мужской персонаж в этом был? Нет, это женщина такая странная. А, да? Ну, может быть. Но она, наверное, болела лейкемией какой-нибудь, потому что волосы. Так, она очень шугает. Эту хрень, да, тоже здесь выкинем, пусть здесь лежит. Вдруг это оно тоже. Застрелилась, наверное, она. Возможно. Так, а вот это что у нас? У нас есть лазерный проектор, Кира. Да, на... Так, на да. N, по-моему. Доказательства. Лазерный так, проектор. Лазерная проекция. Хоть что-то. А, и у нас еще и инфракрасный датчик движения, потому что сейчас красным загорело. А, да, лазерка сейчас при мне прям была. Вон она ходит. Оно. Грейс. И инфракрасный, потому что он как раз рядом с камерой стоит, он загорел красным, не зеленым. Угу. Так, инфракрасный. Ходит такой, это смешно. Доппер. Доплер. Так. Обряд Асталора. Обряды, обряды. Можем, конечно, перепроверить. Красным, не красным он горит пока. Ой, есть время, кто-то мышку перенаправил. Сейчас я пока посмотрю обряд Асталора. Так, подожди, а где я? Ритуал изгнания призрака, ну. Вот, печати. Асталора, вот она. Так, нам тогда как вот он это... не любит свет, слушай. Вообще капец. Он, да, в гараже ходит 2,2 градуса. Это очень удобно на самом деле. Так, нарисуйте печать активности в любой комнате призрака. Активности. И нарисовать защитную печать в любой комнате. Нам надо с тобой. Следы на кучке соли. Подожди, не в любой, а в любимой. Неправильно прочитала, фу, наверное. Да, 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 в любимой. А, любимый у него китчен получается. Или... Нет, нет, гараж. Гараж. А то, что он, видимо, был на кухне. Я пока еще тут путаюсь, потому что тут немножко отличается все. Нам нужны кучки соли. Да, да, да. Я только за Светой схожу, а то она опять ушла. Я соль несу. Блин. Давайте на всякий случай сразу этот включим. Да, я отключила свет. Бойлер. Иду к тебе наверх. Я соль несу. Кишаки, ну там вообще крепко. Так. А, тут... Я забыла, как ложить. А, правая кнопка. А, все. Наверное, ой-ой-ой. На всякий случай. Крестик сразу достал. Переставлю вот сюда. Вот, вот термометр на стену. То есть в любимой комнате вешаешь. Если минусовая, там такой будет это, как звук сигнализации. Прикольно. А, кстати, это, по-моему, что-то новенькое, нет? Или это да, было? Да, да, это из новых вещей. Потому что я что-то такого не помню. Это вот последнее обновление. Когда мы было. Вот пару раз поиграли с Марией, но как бы это... Но он ходит тут. Видела, да, лазерка сейчас прошла? А! О, соль! Ура, соль выполнили. Так, ну он без отпечаточной. Ну, у нас доплер, так что это так. Надо теперь защитные эти хрени рисовать. Пошли. Фух. Выбрались. Надо бы, однако... Ой,
шкаф открыть около входа. Так, сразу. А вот эти печать, все печати рисуются одним вот этим баллончиком? А, ну да. Так, по-моему, это вот он. Это... Ой, записулька. Отлично. Эта вещь сбережет меня от злых духов, напомнит мне о том, что они вернет меня на несколько лет назад. Но явно не пистолет. Ну, ладно уж. Я его все равно вынесла. А вот вторая. Бабушка говорила, что это убережет меня от неправильных выборов в жизни. Не знаю, по мне она сошла с ума, как один предмет может помочь в этом. Скорее всего, это рыбка. Ну, мы обе вещи нашли, так что нормально. Так, ну... Ага. Сигнализация, да, громкая, да? Ну, отстань, что ты... Так, как печати рисовать? Давай, если ты знаешь, я тебе вот скину это, ты нарисуй это. А я с крестиком постою, нас позащищаю. Так. А, подожди, какая же печать? Астарота, по-моему, да, защитная печать? А я вот эти, вот в этом я вообще не разбираюсь, если честно. А на машине это тоже записка? Да, это записка. Да. Ну и звуки криповые. Так, секунду, сейчас. Печати. Это я открыла. Если же поставить печать в любимой комнате призрака, есть вероятность, что призрак будет не будет атаковать. Да, это печать Астарота. Все, вот так вот печать выглядит. А, и печать активности, да, ты сказала? Да, тоже в любимой комнате. В любимой или в любой? В любимой. Обе в любимой были. Так, печать активности. Так. Так. Красиво смотрится. Что это было? Что за звуки? Вашу Машу, что за звуки? Это печать Бафомета. О, прикольная печать. Ну-ка, дверь чуть-чуть прикроем. Я хочу сфоткать. Заскринить это дело. Ой, интересно. Но была инфракрасная, потому что я четко видела в камеру красный свет. Можем еще понаблюдать, поставить в камеру. Он сейчас как раз активничать будет. Специально еще напротив камеры поставлю. Заметь, лагов, да, стало меньше? Да, но... да. Потому что мы когда играли, пытались, тоже думали заснять серию уже тогда, но были реально проблемы с лагами. А чё у меня до сих пор 90 рассудок, хотя я практически в доме нахожусь. Ты с доской не разговаривала. Ну, рассудок, он, значит, получается, доплер не садит хорошо. Можешь открыть призраков, почитать, что он делает. Ну, гостами он... Да, кстати, хорошая идея. Так, рассудок, ритуал типа призраков. Говорят, если долго вглядываться в зеркало, откуда на вас начнет смотреть ваша изуродованная копия. Двойник, или как его еще называют, доппельгангер. Кстати, это какой-то фильм, по-моему, был с таким названием. Ну, ужастик, естественно. Высасывает из жертвы жизненную силу, за счет этого обретая мощь. Дым. А, кстати, дымки я так и не нашла в видео. Дымки почему-то не было. Ну, хотя по двум уже сразу понятно, смотри, что... Смотри, как в этом... В ночном видении он ходит. Это так смешно. А, давай. Свет... А, он свет включил, гад. Ему не нравится... Ей не нравится. Темно, говорит. Смотри. Мумия. А я не вижу, прикинь. У меня нету. В смысле? У меня только лазерка есть, и все. Но я про лазерку и говорю. А.
Ну, у меня он по лазерке носится, как угорелый. Ну, как мумия, нет, ты смотри за движениями, как мумия. Я у тебя съем. Свет выруби, Кадина. Только успевает туда-сюда. Так, ну что, у нас три задания мы выполнили. Сохраняйте спокойствие в шкафу. Ох, я тогда сохраняю. Сохранять спокойствие в шкафу, на самом деле, немножечко непонятное задание, потому что вчера мы с ребятами играли, пробовали. То есть просто руки с клавиатуры, мышку не трогаем, и как его сохранять, то есть непонятно. Задание это не выполнено. Я помню, что мы с тобой тоже, когда вдвоем играли, когда вот эти куча лагов была еще, помнишь тоже, он открыл дверь, и он меня убил. Хотя мы стояли, у тоже руки были вот, ни на клавиатуре, ни на мышке, вообще просто не двигаясь стояли. Он подошел, просто открывает дверь, мы не успели ее закрыть. И он меня убивает, естественно. Сейчас, если ты стоишь, даже неподвижно, он тебя все равно убьет. Ну, видишь, поэтому я с крестом и хожу. Я поэтому, потому что мне уже крест здесь не раз спасал жизнь. Вот это 100%. Меня вчера спас. Поэтому... Шкаф не успели закрыть до конца. И... А, вот, вот поэтому крест это прям must-have здесь, в этой игрушке. Это прям... Благовоние тоже, кстати, хорошо работает. Около него поджигаешь. Он... Просто в фазме крест, ну, он, вот ты его кидаешь и все. То есть он там сработает, не с... в руках он у тебя не срабатывает. А здесь вот ты в руках его носишь, и оно реально срабатывает у тебя в руках. Если только призрак не со спины, наверное, к тебе зайдет. Ну, да, если да, со да. Спины, то он тебя съест. Да. Это естественно. Пока ты ему крестом полбу не дашь, короче. Так, наверное, мы будем бесконечно смотреть, потому что он ходит. Ну, видишь, я еще разболталась по немножко. Всему дому. Так, проведите... А, ну, призрака мы определили. Ритуал. А, теперь смотри, бери книжку. Так, какой у нас ритуал? Я забыла. Обряд Асталора. Нужно внимательно смотреть описание именно обряда, потому что некоторые обряды, допустим, печать уничтожается, если крест в доме, то есть нужно заходить без креста в дом. Так, тогда читаем обряд Асталора. Типы призраков, инструменты, ритуал изгнания. Асталор. Если вы поставите печать в любой комнате призрака, есть вероятность, что призрак не будет атаковать, пока не уничтожит печать или в начале атаки. Это ты... Не-не-не-не, это ты печать. Не в журнале читай. Подожди, а я не... А где? Это... А, во, все. В самом. Да, все. Так, Анна Биро, Амета. А где Асталора? Подожди, а где... А, фу, не вижу. Обряд Асталора. Три ритуальных свечи, одна руна. Все, про это больше ничего не написано. То есть ни про рассудок, ни про кресты ничего нет? Я не вижу. А как смотреть? Так, это опять я закрыла. Тут просто нарисуйте печать в любой комнате, и все. Процесс ритуала. Руна Y нам нужна. Давай, я на всякий случай скину крест. Я один крест. Три свечи, да? Да, три свечи и одна руна Y. Так, а ну-ка, как выглядит руна Y? А вот, которая большая, белая. Ага. Так, а какая у нас печать ты, должна ты, быть? Ты так ходишь, как будто в штаны наложила. Ну, так анимация. Это так забавно. Так, а где у нас штука? Ага. А печать какая? Асталора. Так, а не, подожди. Это обряд Асталора, печать Зета. Ага, выкинь крест на улице. Мы беззащитны. Он почему-то вот... Где книжка его нашла?
Слушай, печать стала намного больше. Угу. Потому что она была вот Рунула же. буквально. А я руну не взяла. Сейчас я принесу. Пока выйди из дома, чтобы она тебя не сожрала. Я, наверное, возьму благовоние на всякий случай, чтобы отпугнуть. Давай. Потому что с крестом я теперь боюсь заходить, некоторые печати уничтожаются. Блин, ну это печально, конечно. Свет вырубила. Она, значит, в этой комнате. Падла. Вот это, скорее всего. Так, я не вижу, где у Руну, меня... руну. Во, руна. А, произнести имя. Какая там Грейс-то? Я забыла. А просто имя. Это достаточно имени. Грейс. Подожди. Грейс. А чё не... АВМ русская. Ну, Грейс. Всё. А, выйди из дома, да. Сейчас я тебе объясню. Зайди в настройки звука и Так. микрофон. Настройки, звук, микрофон. Угу. Ну да. Слетел. Ага. Да. После обновления он у всех слетел. Грейс. Грейс. Повелевает тебе Бог Всевышний. Отступись и беги от церкви Божьей. Господи, услышь нашу молитву. Так, где? Куда? Закройся. Закройся, закройся, Закройся. закройся, А сейчас не закройся. надо так. Не так, не Да. надо сейчас так. Да, он сейчас соединяется с тобой и все. Еще один. Закройся. И чё? Ну? Сейчас он уйдет. Это сейчас так работает. Так. Дальше, да, можно? Угу. Не смей больше, змей лукавый, обманывать род человеческий. Ритуал изменился. Опять. Где? Сволочь. Закройся. Закройся. А, меня поглотить пытается, да? Бляха-муха, я не... меня убило, по-моему, да. Слушай, а я лабиринт-то выключила. Закройся. Она меня убила. Она была внизу. Так, у нас тут мини-игра. Так, а где мне теперь обряд-то? Вот он. А, она и сама машину выключила. Прикольно. Я, конечно, прикольненько так это торчу из лестницы. Это ржачно. Такой этот. Это тоже надо заскринить. Скотина, она из подвала пришла. Грейс. Грейс, у меня не слышит меня, потому что, наверное, ты начала изгнание. Ну, это трындец. Грейс. Слушайте, О. О, услышала. Фазе Блин. не так все видно. Смотрите, вот, вообще даже вот... Закройся. Мне больше нравится здесь. После смерти. Закройся.
Так, одна свечка, кстати, тебе... потухшая. Да, меня портал пытается засосать в тебя. Я вижу. Ты второй-то тоже можешь сама закрывать? А, да? Да, ты забыла? Это тут три портала. Ого, закройся. Закройся. Закройся, 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 закройся. Так, где она? Беги! Вот она. Тетя, с тобой все хорошо? Уйди отсюда. Всё. Да ёкарный бабай! Боже, выпусти только меня, выпусти меня, выпусти меня! Ой, это божечки, она все-таки к тебе приперлась, сволочь. О, привет! Здравствуйте! Как ваш ничего? Как она меня увидела? Я забыла, то есть я забыла, что у меня есть благовоние. А, это жесть. Ай, призрак неправильный. А почему? Так, подожди. А, мы умерли. А почему я не... А, во. Во, все. Деньги, 352. Мы богаты. Это стоило того. Да, это стоило того, чтобы умереть. Ой, ну что, я думаю, для первого раза достаточно для посмотреть. Ребята, пишите свое мнение про эту игрушку. Стоит ли вообще ее на канал запускать? И, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем пока!